Доброе утро, день, вечер, ночь. Мы продолжаем State of Mind. И мы продолжаем путешествовать, в общем-то, по воспоминаниям товарища Ричарда. Ну, они держат контакт. Два дебила. Кстати, да, мы узнали, что в аварии очень все печально было, и у нас есть большие сомнения о том, что... Сын Ричарда живой. Ой. Will you be coming to the big Что unveiling on такое? Sunday? If your parents allow it. Оу. Что ты там сказала? Здравствуй. Sally, during my accident, was there someone in the car with me? You were alone in the vehicle, Mr. Newman. No, да ладно. I remember. You were alone. It says so in the report. In the report? Yes. So, you know what to do. Help John. Would you like me to modify your personal settings to improve my learning capability? Now? Ну, у тебя же нет сексуальной функции, так можешь иди. There's no rush. Do you know what the governor wanted in the clinic? No, sir. Doctor's visits are classified. Okay, then. Make yourself comfortable. Thank you, Mr. Newman. Чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях, поняла? О, мальчик в бабасике. Не? What were you doing? You were in your room for so long. И что? I was working. Ты что, папке указываешь, что ему делать? О. Don't worry. We'll fix that in no Что, time. Тебе сказку почитать, что ли? Нет? Так, а что? Лютер. Мартин Лютер. Так, чертовы бабушки это все. Yes, sir. Oh, and Sally, you can call me Бонд. I mean, Джеймс Бонд. Well, you're part of the family now. Thank you. I appreciate that, Adam. Сказку you почитай. Know everything, right? Do you have any idea how I could help John get to sleep? He likes the feeling of being underwater. Underwater? He never told me that. Возвращение в утробу или как это самое? Вот то ранг или что? Первичная травма? Just close your eyes. Something's wrong with me. What do you mean? Did you go to the other side? After the accident? Were you dead? John. Damn it. Who's calling? Nobody you know. You're not gonna pick up? I'll call back. Sorry, what did you ask me? Nothing. Okay, sleep now. You've got another appointment with Dr. Sykes tomorrow. Adam. What will happen to me when I've solved all the problems? There is no danger of that happening soon, John. Just close your eyes now. Да ты бракованный, сотру тебя нахрен. Наверное. Что, что? Я самый добрый человек на свете. Мы с Леми, работа начата утром субботы. Как тебе, Адам? Честно говоря, если покрасить еще в желтый цвет, это будет вот как, знаешь, вот переливающийся отпечаток мочи на снегу. Как мне? Я знаю, что это такое. А, нельзя полазить. Плохо. Эй, ты! Иди сюда. Что? Вырубилась, тварь. Он любит быть под, как под водой. Под водой. Квакрамы. Рыбы.
Музыка. Ладно, обойдемся без нее. Записка, что там? Личная. А я отец, я имею право знать. Ну ты что, дурух? Чё? Ты поехал, что ли? Спокойной ночи. Что ты делаешь вообще, слышь? Что за мать такая, а? Hello, Richard. What was going on? I couldn't reach you. This accident you mentioned, I think I've Да, это его воспоминания, мои. Yeah. Ну как там? Как еще объяснить? You remember something? Oh. But that would be great. But your son, Richard. How did he survive that? What do you mean? Чё, семья настоящая? It didn't seem as if the child survived. Или не платили воспоминания? Не понимаю. James survived. Или Ричард тоже? It looked like my son's alive, Adam. Пипец вообще. Where are you? Did you say? In Berlin. In reality, the physical world. И что, а кот свалил-то? Дурачок, что ли, совсем? Look for new data, he says. But where? И что, походить где-то, что ли? Не хочу. Хотя не удивлюсь, что здесь надо это пианинку включить. Вторник. Хуйня какая-то. Все время баба где-то пропадает, шляется. Не, ну это, в принципе, соответствует ее оригиналу Трейси. Если это она, конечно. Так, это что такое? А? О-о-о. И что дальше? Ты мне предлагаешь по улице погулять, что ли, или что? Или у меня воспоминания в сортире должны быть? Нет. Ты мало ли там в сортире что-то надо вспомнить. Как тут же со 182292 раз. На улицу? Да хорош ты, ёпта. Не, ну чё, натурально, что ли, по ночам бродить будешь? Ну, это выход. Почему меня не пускают? Что мне надо сделать? А, Адам, I was just about to write you a message. Да-да-да, написать она мне собиралась. Rested up? Where were you last night? Oh, sorry, I had to go back to the archive. I didn't want to wake you. Do you have a second? I need to talk to you. No, no time at all. That's what I wanted to write to you. It's insane here. Да ты лжешь, ночь на дворе. Don't be mad, okay? Да, мне похуй. Really we'd see each other today. Мне похуй. Okay, дядь. No. Вот это тоже можешь выкидывать. Вот это, и это тоже. Пшла. Liquid Sky? You know, the art exhibition in the Lantern Quarter? Наркоманское название. Sounds good. See you tomorrow. Perfect. See you later. Love you. Hug John for me, etc. Да, и все такое, блядь. Ну это базар тухлый. Похо делает, нет, вообще ничего не хочет. Later. No new messages. Please hold. An employee from World Union Lawyers will be available in less than one minute. А зачем я это звоню? Connecting now.
Но, судя по всему, в какой-то момент вы сможете дозвониться. Я только не знаю, что это за момент будет такой. I have to find new data first. А где искать-то? Или мне обратно на этого переключиться? Да что ты будешь делать? Коняшка. Чё, я ничего не понимаю. Ну, давай спать тогда, чё. Да шо, шо, что еще? Что? Не буду я на пианино играть, я не умею. Чё, блин? What was that? I broke a glass. It happens. No, it doesn't. It shouldn't. It can't. Шо? Broken glass is good luck. Робот, вы ёбнули, что ли, сам? Робот, вы чё? Чё творите-то? Ой. Ща, погодь. Everything okay, Sally? Something is not right with me. Don't worry. Just print out a new glass. Ну, начнем с того, что у тебя нету того, что нужно женщине. Очко в эту. Плохо вообще с тобой. Много чего не так, кстати. Look for new data. Ладно. Вроде я запомнил, как их зовут. Что такое? Что за дзинь-дзинь-дзинь? Ну-ка. Клавесин. I repaired your spinet. I tuned it and I replaced the broken strings. Did someone tell you to do that? No, sir. I apologize. So you're just doing things now? Since when is your kind just doing things? I assume you want me to stop. Да он похеру. Keep going. Раз уж тут такое дело, не удивлюсь, если будет восстание роботов. А что? Что? Что, им нельзя, что ли? Всем можно, им нельзя? His avatar reported that the West would be prepared to meet any aggression with suitable measures. Опять Восточно-Западный Союз, блок. Ай. Да, мне это много говорит, конечно. The data processing cluster will provide jobs for 200 Ни хрена себе. It is the largest cyberspace industry project in the world. Meanwhile, the terror organization Breakpoint has announced it will take aggressive action against. They named the launching of the project a perversion of Eastern machine capitalism. In Nairobi, tensions remain high as fighting between Eastern and Western drone units continues in the mining region, destroying large amounts of natural resources. The smoke from multiple burning oil wells caused visibility in the region to decrease to almost 0%. Ни хрена они там херачатся. Все?
A news flash from The Voice, your trusted news source for Berlin and the Western world. In New York, a plane collision has occurred over Long Island. Local authorities report a sky whale collided with a formation of drones shortly after takeoff. The plane crashed and caught fire. No deaths were reported. Eyewitness reports of multiple casualties at the crash site were inaccurate. Only freight and robotic personnel were on board, according to the carrier. In Berlin, overnight a raid on multiple subway tunnels resulted in the destruction of numerous police bots. The police were sweeping the tunnels for criminals. Allegedly, the bots ran into heavy resistance and needed to retreat. According to police, it is not apparent if humans or autonomous machines were responsible for the attacks. It's me again. Where exactly did you see Tracy? No idea. It was an open plan office. She gave an interview, and she didn't seem to be feeling all that well. What exactly did Tracy and Kurtz talk about? I don't know. Something about a body scan? About how she's perfect. Nutrition? An interview? She hasn't done one of those in years. We need more data. Recent data. And you don't remember anything? I remember lots of things. Berlin? Tracy? The wedding in New York? Amy and I married in Lantern Quarter. Best day of my life. In the Ukrainian capital, Kiev, yesterday, a summit of Eastern heads of state has ended. The members of the summit reiterated their determination to support and strengthen their fight for natural resources. Do you know what, Richard? Screw you. Have a nice life with your model. Чего, блядь? Ебло тупое. Hey, Richard, it's me, Jenny. Call me back, okay? Что эти женщины от меня хотят? This contact is currently offline. Какие-то, блин... They endorsed the possible use of weapons. Все время не в сети, блин. Зачем вам вообще нужны телефоны там эти... Как их? Всякие штуки, дрюки. Они все время не в сети, блин. Ну да, это классика. Чего ты трубку не берешь? Зачем тебе телефон, если ты трубку не берешь? Да и пофиг. Фу. Пользуйтесь на свой страх и риск. Ну да. Да, я верю в это. Jumbled for my taste. And what's your problem with bots anyway? I'd sell my sons for one of them base fives. Those house bots are all someday soon they'll develop a super AI. Not even Mars will save you then. You're a real downer. You know that. Да я уж заметил, что он этот еще тот. Sir, do you have children? Help our authorities improve the lives of future generations. Ты со мной разговариваешь? Слышишь? Чё, блядь, нахуй, а? Кем себя возомнил, слышишь? Люблю, юб. Понял, животное. Чё сказал? Тут эти все эти стоят, блядь, какие-то статисты. На работу, что ли, сходить. А еще есть транспортная система вот там. Новые данные надо искать. Где я их буду искать? Давай, что ты? Данные искать им хотите. Где я тебе буду искать их? Что ты такой? Ты мне историю рассказываешь? Давай рассказывай все сразу.
Хрена себе, здесь уже летают. Везде летают. Ага. Ходит он, конечно. Actually, buddy, I knew that already. Hey, Richard. Can't stay away, huh? Hey, Richard. Listen to me. I want to talk to you. Okay. Not here, though. Come with me. Ты меня убьешь? Sure. Попытаешься что-то сделать, да? Секреты мадридского двора? Что такое? Да, была книжка такая, «Тайны мадридского двора», связанная с проблемой. Я не помню, какой-то с немецкой фамилией, чего он написал. Книжка связана с периодом Изабеллы после распада Испанской империи, когда они пытались ее восстановить. Там интриги, расследования, все. Что такое? Обидеться, извиниться. Давай, мы терпилы, что, нормально. Хотя что, хотя черт должен был все время. Что? I don't know what came over me. It's all a bit much for me. Че там жена? Я у этих персонажей запутался. I don't care about all that. Whatever happened to you, it's no excuse for attacking your friends. You don't have that many. Now if you keep going on like this, а там чуйка какая-то, я что-то на нее наорал, да. Steve, I'm sorry, okay? Don't tell me. Tell Jenny. Это главный вопрос. Will you still help me? Steve, please. You have no idea what I... Just cut it out. You had an accident, yes, I get it. But you also had a life before your damned accident. You should try to get it back in order. That's exactly what I'm trying. Listen. I will help you. But I'm doing it for your family. For Tracy and the kid, okay? Okay. Good. Come with me. Come on. Let's find your family. Не, ну правда, Ричард, что ты себя так ведешь по-хамски, а? Сучка. Ты что, друзья не нужны? Ой. Верга, что? Ну да, нам перед тем, как вывалить какой-нибудь такой факт, который... Вау, типа... Такой... Что? Мы должны выслушать минут 30 дерьма какого-то. Ну, у всех таких квестов, интерактивных таких, или линейных, там, всяких загадок, у них всегда происходит вот это долгое затяжное повествование. Нам рассказывают историю. Okay, Steve. Are these the move scan results? You know we can both go to jail for this, right? Let's start with the best matches. Ничего, опять что-то собрать. А выясните, о ком говорится в записи Саймона. Yilmaz One, 99.6% might be it. Что? Мы кого-то ищем, потом что? 84.3. Philip Osang. Wait, slow down. We should look at the profiles one by one. Jack Oster, 82%. Подожди, у нас есть максимальное совпадение. Yilmaz Onay. Не найден. Ну хорошо, если у нас есть совпадение. All right. Now we only need the cloud contact. Сейчас, подожди. That can't be right. This doesn't all fit. Okay, again. О ком говорит в записи Саймона?
Filippo Sank. Christos something 89.6. Я так понимаю, нам надо кого-то из этих трех упырей, да? Джек Остер. Ну, допустим, давайте я найдем. Фрэнк Томас. 82.2%. Подожди, нет. Есть Куртис Питер. Так, это здесь есть. Have a look at that. Maybe it's better to start with the movement profiles. Да? А, давай попробуем тогда. Curtis, Peter. Ничего себе. Best match so far. Это я пропустил. Тем более, что это есть. This is something. Так. Have a look at that. There. That's a hit. Stanley White. Does he have a profile? Yep. With a cloud contact and everything. He's from here, see? Ну, тут вариантов было только два. Поэтому... Okay. He looks different to the man in the video. Yeah. Strange. I'll still call him though. Something else, Steve. Do you have any material regarding Kurt's labs in the archives? Но все сводится на этом докторе Курце. I just want to check something. Sure. That's what Walter said. All that stuff is with him. Has been for ages. I see. I had no idea what he what he's been doing since he went solo. I wonder why that was. I should talk to him again. Ну, ладно, давай. Так, некто Стэнли. Hello. Hi, are you Stanley? My name is Richard Nolan. Nolan? From The Voice? Yep, that's me. How'd you get this number? Huh, of course. You're a journalist. What do you want, a story? Or a nice time? I'd like to ask you a couple of questions, in person. A story it is. Sure, why not? Good for business. Send me your geolocation. I'll meet you there, okay? Okay. See you then, Richard Nolan. Че-то как-то он легко согласился. Этот парень в пернатом пиджаке. А, я угораю. It's me. И все, и ничего, ну ладно. The president of the United States reacted shortly after with a video message. His avatar reported... Я думаю, сейчас надо домой возвращаться. Он бинаменный мейл этот отправит или как? Ну, мы пробежались, посмотрели. Проветрили учёчку. О-о-о. Ребят, еда-то испортилась. Одна и та же валяется, походу. Так, что это здесь? Листочки. Что за листочки? Hey, Walter. May I interrupt you for a second? Hi, Richard. What are you doing now? Researching. What about? You wouldn't understand. Try me. Come on, Richard, stop it. We haven't worked together in an age. Do you know the last time you were in this office? It's been a while, I know. 4 years. That long already?
Дефидию читун. You know, at some point, I just couldn't muster the courage to walk in here. I thought you were angry at me. You did. Yes. Because I left you hanging. Oh, stop talking crap, Richard. Frank put me out the pasture, and you had more important things to do. That's not true, and you know it. Ну, вообще справедливая критика. Ты ж гандон, а? Whatever. But why are you here? Small talk, if you like. How's Tracy? What's the kid up to? How's your career? Walter, please. What? Are we doing small talk or not? Tracy and James have disappeared. I'm looking for them. Hmm. I thought so. What do you mean you thought so? Forget it. You know I'm a bit mad. Everybody does. Он что-то знает. Он в ахуе сам. Что ж ты в одиночку с этим справлялся? Что-то мутный парень. I need your help, Walter. Go ask Frank. He'll help you, I'm sure. He fired me. Really? Well, Richard, that's how it is. Everybody's time comes. Он добрый, да. Что-то, блин, ты смотришь, а я не могу понять. Listen. You've done research on Kurt's labs in the past, haven't you? А, вот оно что. I have. Do you still have the files? Well, you're too late. There are things in motion that can't be stopped anymore. I don't get it. What things? You know, Richard, I've been doing a lot of thinking these past years. I used to think life was about finding the truth or getting justice or whatever. It's not? No, it's about life. Life and living. You just gotta be on the correct side. Да, интересно. And what is the correct side? We're all mortal. Sooner or later we all die. And then what? Это да. Bunch of paperwork, some data. Одиночество. Okay. Это та же смерть. There are always two sides to every story, here and beyond. Life and death. One and zero. A binary system, you understand? Actually, not at all. You will. You're just taking your first steps. Frank's right. You're actually insane. Ни хрена он с ума не сошел. Mirror, Richard, what do you see? Walter, он просто вляпастую дерьмо, в которое невозможно изменить. What you see is matter. Nothing more. It's not you. It's completely replaceable. Во как. А вот это он проговорился. Тело можно заменить. Очень интересно. You gotta get out more, Walter. Interact with some people. Well, you could be right. And you know what? I will get out of here. Very soon, in fact. That's good. Very good. Do you still have that house by the lake? I'd like to come visit you someday. The house? Yeah, but I don't need it anymore. Why not? Загрузиться в это дерьмо или тело сменить? You're not planning anything stupid, Walter. Don't worry about it. Террорист? Что такое? Не, он что-то не договаривает. Это я хорошо зашел. Walter, about Tracy and James. I'm worried. Really worried. They'll be fine. They'll take care of themselves. And you will too. Listen. It's my family we're talking about. Oh, why? You didn't seem to care about them before. Family, friends. I mean, you never had any time for anybody. Look, I'm sure Tracy knows what she's doing. How can you say such a thing? I understand that you're disappointed, but you're portraying me as some sort of monster. These files. Can you even make sense of that mess? They're not important anymore. Okay, but what is all this? It just doesn't look healthy. Anatomical studies, neural networks, chemical formulas, architectural models. What the hell is going on, Walter?
Are you writing some crazy diary or what? Maybe. But why? What's the meaning of it? I told you, it's not important anymore. You can have it. The whole thing. I don't need it anymore. Во как. Well, then... Хм. 58 сектор, центр бюро, репортер. О'Нил Уолтер. Что-то он скоро замутит, что-то с ним произойдет. И он знает об этой херне всей, по ходу дела. Этот гад... Okay? Sure. Of course. No, really. I'm coming. Да. Очень-очень... Это я зашел хорошо. Я думал, кофейку можно ему принести. Ну ладно, не хотят, не надо. He also announced that the Mars colonization program would receive more funding in order to give the citizens of the West. Короче, этот парень что-то знает. Ну как парень, он уже седой. Мужчина. Что-то он знает. Что-то он знает про эту организацию, анатомические модели. Массовый перенос людей в это дерьмо, дублирование их, замены. Я не знаю, что там конкретно происходит, помимо того, что копируется сознание и загружается в виртуальную реальность. Что-то еще видно. Help our authorities fight crime more effectively. Help our authorities improve the lives of future generations. In Beijing, the large-scale computer project Deep Work is ready for launch. According to the developer, Встретиться с этим Стэнли, вот. Раз уж добазарились. А, значит, Уолтер О'Нил что-то знает. А все наши подсказки навели на этого Стэнли? Ну ладно, давай, чё. Май гад. Вот эти девочки получше, что ли, да? Да не, ну чё, прикалывайте дроиды, блин, с этими. Могли получше их сделать, что нельзя было эту резиновую кожу обтянуть. Или законы, что ли, которые запрещают полностью делать антропоморфными андроидов. Черня, короче, какая-то. Если сейчас уже обтянутой кожей, блин, эти двигаются. Роботи. Резинкой обтянули. О-о-о. Слушай, у тебя такой стиль крутой вообще. В принципе, сейчас и таких тоже много ходят. В мехах, шапочках вообще. Наркота же, да? Так. Воу-воу-воу, тихо-тихо. Your profile came up, and I thought it was a bit strange. So I thought maybe we should get to know each other. So, who are you looking for? Man from a video, mid-40s. He looks nothing like you. But he moves exactly like me. Интересненько. You got it. Maybe a fan. You know, I know a lot of people. Comes with a job. Maybe he thinks I'm his role model or something. Да нет, че-то ты самый, это роботех какой-то, да? Интересненько. If I may ask, with dealing. I don't like that word. I sell experiences. I'm an artist. Experiences. I think I know how that ends. Hey, разработчик каких-то приложений или что-то такое? She never would have crashed like that. Тихо. What exactly do you do, Stanley? My job is to give people a trip to another world. That's what they want. To discover виртуальная реальность, что ли? Beautiful. Yeah, escaping to a dream world. Exactly what Tracy did. What you got against dreams? Интерактивные игры, просто виртуальная реальность. This crap here?
Интерактивные коммуникативные модели. Пейзаж. Что? Чем? Картины? Чем вы все занимаетесь? Да херня, ну подумаешь. Многим лучше такая фантазия, чем вот этот вот мир. Выгляни в окно, называется. Конечно. Все через посредничество. Do you have siblings? A brother, maybe? Only child. Really terrible childhood, you know? Okay, let's get back. Ну, если так перед батей одевался, он, наверное, старомоден был. Maybe you didn't see a man in your video. It could have been a telepresence. With your movement profile? Well, Valerie scanned me once for a sculpture. Yeah, maybe she sold on the data. Valerie? The artist, Valerie von Stolz. Yeah, you must have heard of it. I was one of her models. Cool gig. So what happened? She performed a nanoscan on you? Виртуальная модель, наносканирование. Чего? And a ticket to the colony. And you want to go to Mars? But you have your experiences, isn't that enough for you? For now. В принципе, на удаленке можно работать и на Марсе. Сколько там, если со скоростью света идет, да? То вообще плевать. Get on the colony ship and в смысле, данные. Можно по интернету работать. Как по аналогу интернет, конечно. Enjoy. Стоимость этих сообщений только надо знать. Ну, мне 40, мне нравится ваш 48-й год. Ну, чё так. Тут девки, конечно, почему до конца их не сделали антропоморфным, мне непонятно. Мне кажется, наоборот, это 100% это будет одно из самых востребованных в будущем. Стащий порт, тут вообще... На нет все это сведется. Hey, Jeff. Made any progress yet? I've made it through to Adam. He's seen the data. Apparently Tracy met with... What about Charlie? Has Adam made contact yet? Charlie? Who, your colleague? No, we're still working on that. Work harder. We need his data. What exactly is your man doing up there? He's locating the servers of the virtual city. This VR needs to be destroyed, Richard. I understand. What is Kurtz's end game? What does he want? Power? Control? Saving mankind? I don't care. I know Kurtz. He doesn't think small. I believe he wants to upload every single one of us. Evidently even someone like you. We have to stop him. That's all that matters. Да, но зачем он хочет всех туда загрузить? Неужели грядет что-то страшное? Или он хочет... Что-то... Okay. How can you be sure this Charlie's still alive? We're receiving his signal. But the contact's been cut off. He's stranded up there. Ничего себе. You worked for Kurtz, right? How do you know that? I'm a journalist. Something you're not telling me, Jeff? I told you already. We don't know what kind of machine it is. We also don't know where your wife is. Maybe I should just go talk to Kurtz instead. Sure. Send him a postcard. I'm not dead. I'm in Berlin. Please come and get me. Okay, then. Speak soon. А чё, он так не может узнать, что я жив? Все это в Виуме на воде писано. Чё-то здесь пока не выстраивается полная картина. Ну, нас, наверное, подталкивает к нескольким шок-моментам в конце истории. Шоу, типа, ты не ожидал? Ну, ладно, пускай будет так, хоть на один, на один раз ее хватит, чтобы там удивить, поразить. Я не удивлюсь, правда, если тут есть альтернативные концовки, может, выбор тут на что-то влияет, кстати, почему нет? Это было бы полезно. Если бы здесь было, как бы, ну... Ни она, ни две, и даже не три концовки. Это бы, кстати, действительно сделало игру похожей на... Ну, Detroit Human Become. Would you like me to help analyze it? I can do it alone. As you wish, sir.
I just thought it might be faster. I'll do it alone. Walter was my friend. I understand, sir. Ясно, понятно. Have a look at that. At what, sir? Not you. But there's nobody else here. I know, it's just something people say. You were talking with yourself. Yes. Ну, на самом деле, это мы в детстве сами с собой разговариваем. Создаем коммуникативную реальность вокруг себя. Потом это становится внутренним голосом. И вследствие каких-то стрессов, ну, нервного любого возбуждения, даже удивления и так далее, как и страха, в общем-то, мы начинаем опять, как дети, разговаривать с самим собой. Защитная реакция. Ни хрена тут документов. Walter is lonely, correct? What makes you think that? Because I said that he's crazy? I can tell by these records. It's like he is talking to himself. He needs a friend. He needs a doctor. Ну пусть доктор будет другом. A secret lab. No clue about the location. I need more of Adam's data. If you think he is crazy, then why are you studying his records? I can't afford to ignore them. I need to check every trace for a clue. That is not logical. Walter wasn't always like this. He was a good man. One of the best. When Walter had a hunch, there was always a story. I understand. So you betrayed him, sir. Is that the correct word? What do you mean? You said he was your friend. Past tense. He was. You left him alone. He became lonely and therefore crazy. That is logical. No, it was the other way around. He got so involved in this madness, and now... Now you're looking for things in there that you could use. То есть это не такое уж и безумие. Что ты долбоёб он ведёт? I didn't want to pry. I'm just trying to understand your behavior. Uh-huh. And do you understand now? Yes, sir. I do. Ты смотри, какой хитрый, а? What are you looking at? You seem melancholy, sir. Take care of your own stuff. Ну, проботектор вроде соображающий. Да, Валерия-то, блин, который что-то там моделит, у нее чувак был. Valerie von Stahl. Perfections. Von Stahl and Kurtz. Kurtz again. Воу-воу-воу, они корифаны? Воу-воу-воу, Von Stahl to be put in cryostasis December 7th. Нихуя себе. That was a month ago. Didn't I see something similar in Walter's scribbles? I need more of Adam's data. Интересно, она загружена в эту херню? Крилсон. Ничего себе. Интересненько. Кстати, да, богатые люди могли бы себя загружать в такую парашу. Их сознание продолжало бы жить. Так они прожили бы много лет виртуальности, да? Все равно, что как в реальном времени. Потом бы их тела подлатали, например. Что-то как-то попахивает трансгуманизмом там и так далее. Забавненько. Блин, и ты! Что ты за мной ходишь, а? Nothing, sir. Nothing at all. Хрен моржовый, ходит за мной, наблюдает. Как инфу куда-то сливает. Это подставушник. Это, блин, крыса. Это... Ну, и... О-о-о-о-о-о-о-о! Тварь какая, а? Ты смотри, ходит за мной, а? Тварь какая, а? Чё тебе надо, блядь, а? Сука, входит за мной, а? Пошёл нахер, блядь. Тут что так? Да ёб твою мать, а?
Управление тут, конечно, такое. Что падла ходит, а? Значит, мы упираемся в некий, ну, тупик, и новая информация, новые данные будут от следующего персонажа. Где же я их найду, да? Ну, если меня выпустят на улицу, может, я их и найду. Так, парень спит. Вот, теперь меня выпускают. Жидкое небо. Ну давай посмотрим, что за жидкое небо. По сути, моя задача за этого Адама, найти новый кусок воспоминаний. Он может появиться, я так понимаю, чуть ли не в любом месте после, возможно, каких-то новых событий. Квартал фонарей, вторник, жидкое небо, город 5. Ну, прям Футуру Сити. Эй! Да ладно, это копия этого чего, что ли? I found your tracer thing. Okay. Террорист, который очкастый. Tired. Ah, okay. Что такое? Мы муж или жена или что? Let's go. Что такое? Have you seen a technician around here somewhere? No, why? Something broken? Nah, don't worry. Where did he go? Sir? The man, the technician. City 5 services. I didn't see a technician. Чугунное животное. Or... You must be confused, Mr. Newman. Yeah, you put that nicely. Well, perhaps a consequence of the accident. Все знают. Ты смотри, тварь какая, а? You should visit your personal doctor. Have a nice day, sir. Да что с ней разговаривают, тварь? Ну, скотина какая. Бля, эти псевдомудрецы меня. She designed the hall. Well, not alone. Yeah, and everything isn't done yet, and it's all a mess. Я предпочитаю быть цветом. Что? Turn your brain off. Perfect. Just what we need. Бля, очередная поехавшая дура вообще. Ты ничего не понимаешь в искусстве.
Я понимаю, что 90% современного искусства — это отмыв бабок. Потому что этот высер, который они делают, и он стоит дорого, это деньги захерачиваются на специальных биржах, на специальных организованных продажах, площадках. А для чего они организованы? Чтобы эти большие деньги через них прокручивались. На этой просто херне отмывания денег, на эти высеры паразитируют. Я типа художник, я, бля, это скульптор. Иди нахер. Have you seen Dr. Sykes again? No, not yet. You should. Yeah, I will. Слушай, ты, блин, с ребенком это самое время не проводишь, блядь, а все на мне. Ай, что творится? Ух ты, ё-моё, вообще. Ну, эффектно, но бестолковая штука. Чисто понты. So, what's going on? Why did you want to meet up? You were so tense before. Is everything okay? I really have no idea. Yes? Okay. What would you say if... Don't worry, it's crazy. She's on the Is it about the accident? No, not just. You're overwhelmed. No. I sometimes get this feeling. I don't know how to describe it. Like déjà vu? Exactly like déjà vu. Just imagine someone tells you that your life, everything, is nothing more than some sort of imagination, a fallacy. Someone told you that? No, it's just... Who said that? Nobody. It's just a hypothetical, but imagine if somebody came up to you and said just that. What would you do? What would you say? This is really eating you up, huh? Слушай, она дома не бывает. Зачем ты с ней вообще разговариваешь? Это вообще не твоя жена, по большому счету. Херня какая-то. А куда мы идем-то? I think I know that feeling. You know it? Of course. Sometimes I think I've gone mental. Да ты и есть поехавшая. Or I'm dead. I mean, look at where we are, both of us, in this space, in this city. Выставка. Маразм, короче, какой-то вы делаете тут. Подожди-ка, ну-ка давай-ка пройдемся, посмотрим. Мне же надо этого чертила найти, правильно? Или не надо? Ну, пару минуток, наверное. Не сильно помешают тут. Какой бокс? Ты вообще виртуальность животное. I panicked, of course. Everything was pitch black. And I bashed the lid and I cry. And the whole time I have that feeling that something's crawling up my neck. But then there's that tiny crack of light. And when I put my hand into the light, it begins to glow. As if it Ты меня преследуешь, да? Like a ghost head. Exactly. And I remember what I thought. If I could completely become the light, transform myself until I was nothing but light, then I would be able to get through the crack. Я пытаюсь свалить от ее этого базара. Все, я хочу уйти отсюда. Туфту загнала как. Okay. I'll tell you what I would do, Adam. I'd sit John on my lap. And to your somebody, I'd say, if this isn't real, then to hell with everything. Reality wants to kill us all, painfully and slowly, and without any point.
But we have found the loophole, and we escaped. Something like that is what I'd say. Да, но когда ничего не происходит, а именно так здесь и будет. Imagine a song. A song with just значит, это все уязвимо. Ну хотя бы просто потому, что эта виртуальность должна быть размещена где-то в носителе. А этот носитель тоже разрушится. Все равно вы от реальности не сбежите, потому что вы ее блеклая тень. И вы даже не узнаете, что вы сдохнете. У вас не будет шанса даже почувствовать, что у вас есть что-то ценное типа времени. Потому что вы не знаете о реальности ничего. Что делает ценным каждый день? Или бесценным? Понимание, что твоя жизнь ограничена. Территориально, физически, смертью, пространством, знаниями, да всем чем угодно. Как вы узнаете, что вы ограничены, если вы ничего не знаете о реальности? Уйди ты в жопу. Бля, выпустите меня отсюда. Я с ней один остался. Это что не иллюзия? Это эволюционный механизм. Все очень просто. Кто совсем не вписывается, да? Совсем оторвался от реального мира. Он не успеет среагировать, когда его что-то захочет убить, или что, а болезнь убьет и так далее. Не среагирует передачи генов и так далее. Поэтому все совсем уж не связанное с реальным миром. Оно просто умирает в этой эволюции. Нужно это понять. То есть организм, который немножечко это самое зациклен на себе, это нормально. Просто если они это делают сверх меры, то есть то, что мешает им бороться за жизнь и размножаться, и бороться за жизнь своих детей, то это отрубается. Выживает только те, кто выживает. Грубо говоря, вы видите только тех, кто выжил. Все остальное фуфло. Воу-воу-воу, что такое? Что такое? Короче, бессмысленный разговор с этой, типа, женой. Фуфло какое-то. Выставка у нее какая-то, что ли? Бесполезный вообще. Сита философия ваша на раз-два бьется. Оп, и все. Опа, ну я так и думал, что сейчас он... Ё-моё, давай, сигай за ним. Ну хоть мне бегать не пришлось. Так. То есть это был оригинал, что ли, погруженный? Опа, и мы нашли новый кусочек воспоминаний. Прорыв в реальности. Че ты мешикаешь, животное? This is so bizarre. I should send it to Richard. The sooner I am done with this, the better. Ну, давай к доктору сначала сходим. Ну что ж, на этом я серию закончу. А следующую мы начнем как раз с этого доктора Сайкса. Ну и потом, соответственно, отправим воспоминания Ричарду. Всем спасибо, пока. Подписываемся, не стесняемся.